Я уже догадываюсь, какое первое впечатление у вас сложилось, и наверняка вы думаете про себя. Неужто такие игры есть на Sega? Может, они перепутали Sega с Dendy? Нет, как это не печально, это действительно Sega. Даже логотип в начале игры присутствует. Но давайте все же не будем критиковать ее, а лучше поговорим о достоинствах, хотя их здесь не так уж и много набирается. Во-первых, в Wonder Boy 3 есть режим двух игроков. Если у вас остались живых оба джойстика после изнуряющих Mortal Kombat 1, 2, 3, 4 и так далее, то, понимаете, флаг вам в руки. Торжественно вручайте своему другу второй джойстик с усмешкой, приговаривая: «Сейчас мы поиграем в самую крутую игрушку». И поверьте, вам уже будет трудно оторваться от нее. Вы спросите: это почему же? Да объясняю. Потому что к вам придет играбельность, а это главное в игре. Музыка и графика уже само собой отойдут на второй план. И все-таки я вам советую оторваться от этой на вид миловидной игрушки и оценить Underline. В принципе, как вы видите, это то же самое, что и Wonder Boy, только вид здесь сверху, а не сбоку. Такое же большое разнообразие в оружии, также это оружие действует на врагов, и такой же смысл, то есть уничтожай все, что движется. Практически никакого смысла-то и нет. В общем, игры похожи, но я бы дал намного больше баллов Underline, чем игре Wonder Boy. Сравните хотя бы график. А теперь готовьтесь, так как вас ждут сумасшедшие гонки Street Racer, три игры в одном названии. Для начала познакомьтесь с участниками заезда. Советую вам выбирать не по красивому личику, а по параметрам машины, на которую они будут совершать свои коварные планы. Итак, игра первая. Заезд по кругу. Ездить вам спокойно однозначно не дадут. Вас всячески будут пытаться сбросить с трассы. В принципе, это и есть цель заезда — остаться одним на трассе, так что смело бортуйте своих соперников бортиком и дело в шляпе. Игра вторая. Обычный заезд. Вам нужно лишь доехать до финиша живым. Для этого, конечно, есть много способов. Ну, помимо того, что вы должны просто осторожно ехать по трассе и вписываться в повороты, в этом заезде правил нет, а это дает большое преимущество. Например, можно сделать какую-нибудь пакость в отношении нагло обгоняющего соперника, руководствуясь принципом «вперед, батьки, не лезь», или просто в наглую насобирать ускорить и лететь к финишу. А теперь познакомьтесь с новым видом футбола. Футбол на колесах. Неплохо, да? Правда, играешь в одни ворота. Сейчас я вас научу, как в этот футбол играть. Подъезжаем к противнику, а противник тот с мячом, и легким ударом руки по физиономии отбираем мяч. Завладев бесценным мячом, сразу включаете турбодвигатель и мчитесь к воротам. И заметьте, что на воротах нет вратаря, а только передвигающиеся руки. Грех не забить. Не только любителям и создателям комиксов. На самом деле, кое-кто еще просил нас о том, чтобы мы показали именно эту игру о комиксах. Ну, она сама догадывается, кто это. Эту игру сложно поместить в какие-то рамки. Жанр ее необычный. Здесь смешаны элементы боевика, приключений и логической игры. Главный герой игры — художник Скетч Тернер. Сидел он однажды, понимаешь, вечерком у себя на 20 этаже и рисовал концовку к своему новому творению. Ну, комиксу, то бишь. Но в эту ночь в Нью-Йорке выдалась гроза, и спокойную черноту городского неба прорезали частые вспышки молний. И вот молния попала аккурат в каморку Скетча. Но это еще не самое страшное. Вдруг из комикса вылезла рука и схватила художника за горло. За рукой показался и сам хозяин проклятой конечности, и им оказался главный злодей комикса — Мортус. Так вот, хватает он нашего героя и зашвыривает внутрь комикса со словами «приятного путешествия». Да, кстати, в последний момент вслед за Скетчем в комикс прыгает его домашний зверек — крыса Роадкилл. Сразу скажу, что без крысы игру пройти невозможно, так как она помогает отыскивать призы и дергать за рычаги, которые открывают двери или останавливают механизмы. Кстати, крысу можно использовать как оружие. Вы спросите, а каким, собственно, образом-то? А вот как. Например, во втором уровне на арене Шалинского храма вторым бойцом будет женщина с цепью. Ну, а кого больше всего боятся женщины?
Что-то мы отвлеклись. Итак, мы попадаем в Нью-Йорк рисованного варианта. Первый, кого мы встречаем, это агент полиции Алиса Циан, девушка. Кратко перебросившись дежурными фразами и подобрав ножик, гранату и бутылочку, скетч переходит на другой экран, где его поджидает мутант, нарисованный Мортусом. Ведь он-то теперь художник, а скетч всего лишь рисунок. Кстати, неплохо рисует. Размазав мутанта по стенке и многохитовым комбо, идем дальше. Кстати, о комбо. Существует множество вариантов ударов, где можно комбинировать удары руками и ногами. Помимо этого существует и оружие, ножи, гранаты и динамит. Если все это подобрать, то их обозначение появится в трех клетках, находящихся над шкалой жизненной энергии. Активируются они кнопками X, Y, Z соответственно. Помимо оружия можно подобрать крысу и бутылочку. Ну, с крысой все ясно, а вот бутылочки как молотов коктейль взбодрит и прибавит аж пол здоровья. Игра явно рассчитана на тех, кто в дружбе со своими драгоценными мозгами. Ну, это я, конечно, загнул, а проще здесь работает принцип «умный в гору не пойдет, умный гору обойдет». И действительно, если, например, вы находитесь на платформе и рядом с вами лежит ящик с динамитом, а внизу бегают мутанты вперемешку со злобными монахами, неужели вы как тупой супергерой с квадратной челюстью ринетесь в бой с диким криком и приложитесь к враженным ручками-ножками? Ответ очевиден – нет. Гораздо эффективнее будет смотреться толчок ящика мизинцем левой ноги и, соответственно, смерть мутантов и монахов. Также это действует на боссов. Босс первого уровня – зеленая, клыкастая мерзость, плюющаяся огнем. Принцип убиения таков. Поджигаем не без помощи дракончика бочку и ставим под существо, где оно бьется в агонии, медленно сгорая. Второй босс погибает из-за своих неостриженных ногтей. Кидаясь когтями, он не замечает, что они втыкаются в противоположную стенку. Загнав этого, не знаю прям кого, на другую сторону, насадите его на его же когти. Там он и умрет от антисанитарии и старческой грусти. Так-то? Стригите ногти, парни. Последний босс, старина Мортус. Этот, не боюсь этого выражения, гад поймал Алису и засунул в резервуар, который медленно, но верно заполняется водой. Теперь, как говорится, у вас есть два выхода. Не спеша под булькающие звуки тонущей Алисы убить Мортуса и вернуться в наш мир. А можно быстро убить Мортуса и освободить Алису, тем самым спася ей жизнь. Тогда скетч вернется домой не только с крысы, но и с Алисой, и женится на ней. Да не на крысе. Хотя каждая Алиса в какой-то степени крыса. Кстати, чуть не забыл о трех главных вещах. Первое. Очень крутой суперудар. Зажав А, вы узреете, как скетч открывает бумажку от комикса и с помощью нехитрых манипуляций превращает ее в самолетик, запустив который в заоблачные дали, вы сможете не волноваться. Все враги целым взводом отправятся в чистилище. Вторая вещь. Оставив скетча на экране без движения, вы увидите, как он снимет носок, поднесет его к носу и грязно выругается насчет его несвежести. Ну а если вы часто и быстро будете нажимать низ, то художник, как бы это помягче, освободится от лишних газов желудка, что ли. А четвертая вещь — это секрет. Нет, не от вас секрет, а секрет игры. Это бессмертие. Зайдите в Options, прослушайте нажатием кнопки C мелодии номер. Запоминайте последовательность. 3, 12, 17, 2, еще раз 2, 10, еще раз 2, 7, 7, 11. После всего этого вы услышите крик. Ну и начав игру, вы получите бессмертие. Все.